Всем привет, дорогие друзья, с вами Old Gaming, и сегодня мы зашли на сервер ЧВК Понос, ну, группа Твердый Понос, она же, как бы, вот здесь такие интересные какие-то символы у нас присутствуют, админ всегда хуесос, а регистр пароль, повтор пароля, понял, сейчас тут надо зарегаться, что? Так, ладно, еще раз, нахуй. На фоне машинки ездит. Так, я тупую в плане регистрации в майнкрафтовских серверах. Поэтому, если что, не пейте. Регистр. Пусть будет 1488. Отлично, есть! Я на сервере. А где звук? Я не пойму. Почему-то, блядь, в игре... Блядь, машина ездит на фоне. Может закрыть уже, блядь? Заебали они ездить. Музыка, погода... Это похуй. Почему так тихо? Или что-то? Что со мной, блядь? Реально, очень тихо. Очень тихо, ну ладно. Так, в общем, сервер, на котором можно делать все, что угодно. Можно там строить дом, там добывать ресурсы, еще что-то делать. Я так понимаю, здесь в основном строят свастики, но в целом это не столь важно. Так, давайте, в принципе, наверное, начнем несколько обустраивать себе место. Ну, вернее, я сейчас попробую посмотреть. Вроде как мир состоит из 1К на 1К блоков, ну типа 1000 на 1000, я так понял, или что-то такое, или всего 1000 на 1000. Расскажите все коды своих баз. Какие баз, нахуй? Сейчас мы, блядь, обозначим свою территорию. Да, блядь, кучи куст. Так. Обозначим немножечко место своего, так сказать, нахождения, как бы, да? Естественно, сейчас я что-нибудь скрафчу, это просто в самом начале так мысли, чисто чтобы... Возможно, даже открою новую рубрику на канале, будем на сервере Твердый Понос, или что-нибудь такое. Блять, а что я сделал? Так, ну начнем мы, пожалуй, вот с этого. Ой, да, блять, ну что я творю? Почему, блять, у меня не туда блоки ставятся? Играть можно на любой версии, в принципе. То есть это не принципиально абсолютно. Как бы, да, здесь нужно понимать это. Возможно, на фоне будет включать музычку когда-нибудь, потому что, ну, как бы вот, вот это вот слушать просто звук Майнкрафта, но это как бы, ну, немножечко не стильно, я бы сказал. Вот. Так. Все, достаточно. Так, значит, теперь какой-то странный символ получился. Ладно, что ж, пойдем. Так. Ну, тут какие-то еще сообщения будут всплывать интересные, на самом деле, в этой всей фигне. Так, ну там тоже какие-то похожие символы построены. Тут уже вообще пиздец сооружение. Сервер открылся довольно недавно, то есть, ну, объективно... Что за пиздец? Почему здесь день, а здесь ночь? Там, странно, как это работает. Видимо, лунный свет такой. То есть красиво смотрится довольно. И так, у нас 5 человек на сервере. Как там, блядь, смотреть? Это не то. Блядь, как? А, вот. Блядь, я паук какой-то пиздит. Короче, я все еще играю за какую-то девчонку. Так, у меня тут нихуя нет. Давайте заберем. Почему? Да, блядь, отстаньте нахуй от меня. Да, блядь, уйди. Сука, паучара. Да уйди, блядь. Надеюсь, сервер не закроется так же быстро, как и откроется. Поэтому... Еще будем сюда заходить. Спрут.
плавает. Я в Майнкрафте не особо шарю, я знаю, что там можно, ну, что-то крафтить, там, да, так далее. Ну, в принципе, я знаю, что можно крафтить. То есть не настолько тупой. Да хватит меня бить уже, блядь, пауки ебучие. А, блядь, на контрол бегать быстро, что я туплю-то, блядь. Я уже все забыл. Опять, блядь, эта хуйня. И по мне стреляют вновь, блядь, ну почему? Хватит по мне палить. У меня еще и, блядь, нету ХП особо. И жрать нечего. Сейчас будем искать. Хухуй! Иди нахуй. Ладно. Так, сори за мат. Мата не будет, все хорошо, это все нормально. Это все в пределах разумного. А где, блядь, поесть-то у вас тут можно? Или все чисто одну жизнь живут и потом вздыхают в бок? Блядь, еще это... Блядь, пол сердечка, ну пиздец. Пиздец. Сейчас у меня, блядь, еще паук какой-то. Так, ну, в принципе, у нас есть прям как выжить. Самый элементарный, банальный из всех. Вот такой. Ну, это самая такая элементарщина, плюс ко всему очень скучный вариант. Ну что поделать, у нас, видите, ночь наступила, и она что-то проходить не особо хочет, такое ощущение. Надеюсь, скоро уже посветлеет, а то как-то совсем грустно. Алмазы, блядь, какие-то. Какие-то алмазы нашел. Пока никого особо не вижу, но сейчас, видимо, время такое. Мало кого есть вообще на сервере. Да, блядь, отстань, паук ебучий. Блядь, он со мной едет! Нет! Я же упаду! Ладно, у меня все равно ресурсов не было. Я надеюсь, так я появился в каком-то другом месте. Ну, короче, я неправильно просто начал свою стратегию развивать. Нужно было сначала... У меня палки появились, что, блядь? Тут я палки нашел. Кто-то проебал, видимо, на этом месте палки, а я их нашел. Ну, ладно. В общем, будем строить себе жилище. Я не знаю, правда, как тут отмечать. А, ну, просто можно на кровать, в принципе, лечь, и тогда я запомнюсь... мой дом. Скорее всего, меня зарейдит, но, в принципе, на какое-то время, я думаю, хватит. Поэтому как-то так. Сразу говорю, домик буду первый небольшой строить, в принципе. Как бы особо много-то ничего не надо. Ну, давайте срубим березу, в принципе. Сейчас, да, я скрафчу топор. Подождите, все будет хорошо. На фоне, кстати, если прислушаться, можно слышать, как рвут чайки, но все-таки почти май, уже апрель, как-то, да, и все такое. Так, не то. Так, такое забираем. Так, делаем. Получается верстак. Тем более у меня хп не было, так что, в принципе, пофиг. Так. Есть у нас палки. Палки-копалки. Здесь теперь делаю. А, блядь, не то делаю. Извините, блядь, майнкрафтеры. Не обессудьте, я тупой, так что. Я думаю, простительно. Так. Топорик у нас есть. Все, теперь будем рубить. В принципе, уже дело пойдет быстрее. Мне очень хочется делать из дуба какого-то там. Хочется все-таки из березки родной матушки нарубить себе домик. Поэтому буду делать из нее. Ну, как бы, как вы уже так, я думаю, поняли, если смотрели предыдущие видео по взаимодействию с какими-либо людьми из твердого поноса, например, там мы в Pixel Battle играли, на сервере сидели, в Gartic Phone и так далее. Никто, как правило, даже имен друг друга не знает, но просто все угорают и посторонируют очень сильно. И на самом деле за всей этой посторонней я... Ай, блядь, сука, скример, ебучий, иди! Иди нахуй! Блядь, что за злобный сервер, почему здесь... Нашел какую-то хрень. Так, короче. Блин, что? В общем. У нас куча досок. Забираем с собой верстачок. И будем строить где-нибудь домик. Пока не знаю где. Это что такое, кстати? Какой-то сход в пещеру. Но я думаю, здесь не очень хорошо. Здесь монстры будут всякие прятаться. Ну и как бы где-то на высоте не очень хочется. Что-нибудь такое среднее, знаете.
Вот здесь не очень охота, но здесь как бы горы тоже интересно. Там не сдохнуть еще здесь упавшие собаки. Так, ну ладно, давайте достроить что-нибудь вот здесь. Я вообще думаю вырыть себе такой типа вот в земле такую как бы себе домик такой вырыть, типа не просто его построить как обычный, потому что ну это во-первых банально, во-вторых слишком заметно для всяких мобов. Блять, я все время жму не те клавиши, что со мной не так? Так, поставим верстачок и теперь сделаем лопату. Снесем. Сейчас, в принципе, подходит к концу лопаты, но это не все страшно. Так, день начинается, тем более, все у нас хорошо, все нормально. Думаю, теперь если будем особо тревожить текущие мобы, которые меня достали. Я еще не встретил ни одного человека, по сути, а мобы меня уже съебали. Успели достать. Пока что было не очень. Потом, скорее, в шире сделаю домик, чем в высоту, поэтому... Думаю, может быть, и друзей приглашу, потом с кем-нибудь поиграем. С Моником, например, с тем. Ну, хотя Моника, наверное, уже если смотрится, подписчики, дай бог, ну, есть какие-нибудь люди, которые меня смотрят все-таки, не просто чисто для своего интереса, а таких не зажравшихся блогеров, да, которые снимают относительно что-то нормальное, более-менее. Моника уже достали видеть, уже вот, как бы заколебал в каждом втором видосе, какой-нибудь присутствует. А все остальные минусы, они сольные. Ну, что поделать, ладно. Давайте строить. Хотя, блядь, что-то я не то делаю. Хотя нет. А нет, все-таки херню. Нужно еще повыше. Так, вот это все мы сносим. Единственное, я как бы, ну, здесь вообще люди обычно, мне кажется, должны быть, по идее, ну, добрые, просто на приколе, так сказать. Но... Могут, конечно, быть и всякие рейдеры, вот такие люди будут уже бесить. Но мы будем с этим бороться, все у нас будет нормально. Здесь мой дом не зарейдит сразу же. Да, строю банальную какую-то фигню абсолютно, но почему бы и нет. Такую вот скромненькую обычную хибарку. Блять, вообще-то, конечно, надо было бы пошире сделать. Ну да пофиг, что мне этот дом. Как будто он самое главное, что тут есть вообще. А, вот. Ну, волк какой-то бегает. Так, ну, в принципе, да, больше вдаль так сделаю. Наверное. Вот этот ряд еще подлю. Сделаю еще сундук. И в целом, я думаю, серию закончим. Сверху прикладываем землей все. Так. Ой. Блять, тут, конечно, киркубы. Ну ладно, разобьем так. Вот этот ряд, в принципе, больше там-то нам ничего не надо. Ладно, топором нужно, в принципе. Там хотя бы как-то побыстрее будет, наверное. Хотя нет, вообще-то. Ну да, это ни хрена не побыстрее. Ну. Нам нужно разбить все три блока, как бы сейчас крафтить не очень охота все это. Так, и последний блок. Не знаю, зачем я убиваю топор, но, в принципе, насрать, он мне все равно не особо-то нужен. В принципе, мне хватит уже того, что я наделал. Ну, в принципе, еще чуть-чуть нужно будет, и все. Так. Это мы можем вот так сделать. Короче, построю дом. И на этом закончу. Буду заходить в дальнейшем, смотреть, что да как, снесли ли мой дом, как бы, да, может быть, тут что-то изменилось, может быть, будем тут тимить с какими-нибудь челами. Так, ну, такой скромненький домик, в принципе, ничем особо не примечательный. Проклятый старый дом. Ой, это было лишним. Ой. Аккуратно, аккуратно. Серега, блядь. В целом вот, вот так можно сделать. И я думаю, вот здесь поставлю дверцу. И будет нормально. Так, а дверца у нас делается. Поставим верстак здесь.
дверца у нас делается, насколько я помню, вот так, да, пусть будет тоже березовая дверь. Все, в принципе, норм. Сделаем вот тут окошко, наверное, одно какое-нибудь. Или не знаю где. Ну, здесь, наверное, логично будет. Только здесь повыше бы сделать как-то всю эту шляпу. Неважно. Ладно, печку сейчас потом построим. Такое довольно уютное жилище, думаю, у меня получилось. Только надо сделать кровать. Вот в чем проблема, иначе я типа не появлюсь здесь снова. Вот. Ну, вид неплохой. Надо заметить. Так. Надо сделать сундучок. Поставим его вот сюда. Переместим туда, в принципе, наверное, все наше имение. Я, кстати, играю на версии 1.12.2. В принципе, мне просто неохота было менять на какую-то еще версию, поэтому я оставил так. А и мне, кстати, нужно было вообще-то нифиговенько так. Нифиговенько так шерсти. Где мне ее взять, этот вопрос. Еще вообще-то мне нужен топор, чтобы захуячить кого-нибудь, если что. Вот. И не отходить еще от этого места, как бы, да, потому что, ну, иначе мне как бы капец. Так, и где у нас кто-нибудь есть? Да, блядь, поросенок какой-то. Никого нет, странно. А мне шерсть нужна, что делать? Я же в этих делах, может быть, неопытный, блядь. Мужики. Да, и, кстати, видео снимается, ух ты, блядь. Интересно. Нет! Ух ты, блядь, мне нихуя повезло сейчас. А, хотя, а как мне вернуться теперь? А, я же могу по воде всплыть, но это мне не очень поможет, единственное. Нет, ну, блядь, ну что? Да, я очень тупой. Зачем я вообще полез к этому ходу? Сраному. Так, так, я чувствую, мне придется выбираться отсюда очень долго. Так что я думаю, я вырежу это. Ну, да. В общем, мужики, ну это просто премию Дарвина можно давать какую-то, я не знаю. Так тупо свалиться в эту фигню, ну это просто бредятина. Блять, тут еще можно упасть. Блять, тут расщелина. Ебать. Так, ладно. Мой дом вон там. Я так понимаю, где я там ходил-то. Так, да, мой дом там. Курица, но из нее ничего не получишь. А, ну курицу, то я могу, в принципе, поесть. Мне еще нужны камни, блядь, мне нужна кирка. А, уже садится солнце, потому что все это время я выбирался. Я такой умный, да-да-да, спасибо. Спасибо большое, я очень тупой, и мне нужна кровать. Мне все еще нужно скрафтить кровать. Чтобы скрафтить кровать, мне нужна шерсть. Чтобы достать шерсть, мне, ну, в принципе, логично, нужен какой-нибудь топор, да, как бы, ну, очевидно. Чтобы кого-нибудь зарубить, там, я не знаю, меч какой-нибудь, блядь. Ну, просто найти какую-нибудь корову, я не знаю. Вот. И... Да, и это немножечко неприятненькая такая ситуация, да. А солнце, в принципе, село, и сейчас будут выползать различные страшные мобы, а... А у меня все еще нет кровати, да. Вот такой вот я тупой. Где все животные? Я не пойму, почему нет. Блять, КамАЗ. Не надо там ездить, я прошу. Почему нет нормальных, блять, где животные? Почему я вижу только одну курицу и все? И почему она закончилась так быстро? Где все? Вон мой дом. Просто отходить особо далеко не хочется. Я ведь потом потеряю. Тут, конечно, ориентиры классные есть, но все-таки. Мне очень хочется далеко отходить от дома. Реально просто нет мобов, я не знаю, где они. Вот видите, блядь, где-нибудь мобов? Поле чудес, блядь. Вот где корова, блядь? Где, я не знаю. Где хоть что-то? Что это такое? Хуя тут. Интересно. Что? А мне еще повезло, знаете. Ой, блядь. Это что, земля? Ну, слава богу.
Да, на этом сервере не соскучишься, могу вам сказать. Там железо было. Ну, в принципе, оно тут и есть, но мне как-то, знаете... А давайте, знаете что? Куда нам торопиться-то? Мы все равно все проебали, все, что можно. Кровать я, естественно, не получу. Так, быстренько делаем вот так. Кирку делаем. А, железо же не, или любой добывать с такой киркой, я не помню. Хотя, как я, значит, добуду камень, очевидно. Вернее, нет, нужно сначала каменный век. Так, теперь берем вот это. Делаем вот это. Теперь хуячим железо. Сейчас у нас будет много железа. Вообще мы сейчас соорудим печку. У нас есть уголь. Мы сделаем себе свет. Вернемся домой с добычей. И все будет нормально у нас. Никто нам не помешает. Так. В принципе, людей на сервере мало, да хватит пипикать там, блядь. Так. Ну, там делается печка. Так, печку ставим сюда. Курицу. Пусть она там готовится, короче. Так, и мы подкрепимся, в принципе, у нас становится здоровье. Все еще я не нашел, где мне взять... Нормальное количество... Это что у нас? А, это не земля у нас. Это хуйня. Где взять нормальное количество шерсти, чтобы построить кровать, чтобы мне здесь как бы остаться. Чтобы мне потом не появляться в каких-то случайных местах и не искать потом полдня свой домик. Как бы его можно построить, да, его построить 3 минуты. Но просто хочется как-то, не знаю, застолбить с собой это место. И это как бы сейчас просто такое время, что мало кого есть на сервере, в принципе. Ну и может оно и к лучшему. Вот, все нормально будет. Так. Короче, забираем твой верстачок. Бля, хуйня не восстанавливается здоровье. Че, охуели совсем? Бля, я сейчас же сдохну, я ебнусь откуда-нибудь, все. Так, где у нас земля или что-нибудь, не знаю, такое. Где? Так, уголь у нас есть немножко. Давайте еще чуть-чуть возьмем. Про запас, так сказать. Все нормально. Что? Нет! И где появился? Я надеюсь, не где-то очень далеко, да? Ведь это ведь так? Я ведь рядом со своим домом, да? Хотя я, в принципе, ожидал чего-то подобного, потому что... Так, ну единственный способ проверить, в принципе, я думаю, очевидно, узнать, где я нахожусь. Старый, добрый, проверенный, который просто, блядь, годами работает в Майнкрафте. Еще чуть побольше надо было почаще. Давайте, в принципе, начинать. Так, настройки. Мягкое освещение. Прорисовка. Давайте 20 поставим, дальнюю хотя бы, чтобы приблизительно понять, может быть, где я нахожусь. Блять, где я? Тут ведь так-то мир должен быть не очень большой. Ну ладно, давайте это поставим. Строки графики. Да, я понимаю, что сейчас будет просто пиздец.
Ой, комп сейчас взорвется. Ну ладно, давайте попробуем. Может быть, он прогрузит. Блядь. Да. Ну и последний шанс. Безумная. Блядь, мужик, пожалуйста. Сейчас будет пиздец компу. Мне просто хочется увидеть оранжевую эту хрень на горизонте и понять, что... А все равно ни хрена не вижу, да? Ну да, в принципе, очевидно. На этом мы заканчиваем серию. Вон стоит этот хуйлан. Типа то, что я... Ебать, я сейчас обосрался. А это типа что-то дебил рядом ходит. Это очень страшные звуки. Ну ладно, на этом мы заканчиваем серию. В общем, это была первая часть будней сервера «Твердый понос». Луна заходит, скоро утро. Я просмотр. Ты, блядь, сдохни, блядь. Пошел нахуй.